Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Это из другого стишка. Ты можешь сказать это с выражением в одном тоне, только с мимикой твоего лица, как ты это умеешь делать? Если хочешь быть здоров, закаляйся. Плавай по утрам в не самой теплой воде. Что делать? Немножко текст по-дебильному написан. Миша, все переписываем, у тебя скучное лицо. Тебе никто денег не даст. С самого начала, Миша, нету жизни, потому что ты говоришь о программе, оживи. Давай по новой, Миша, все хуйня. Вот это был кадр. Hello guys, we are talking from Malta. I think it's pretty okay, series, but not that like 6 months ago. Happy to be here at the Gypsy Tea Party. Hello to everyone again. Live from Malta for Gypsy Tea. Красивый город в Валетте, хорошие рестораны. Вино местное мне понравилось, спасибо за рекомендацию, кстати. Я брал пару раз еще красное, очень хорошее. После точки города, после города точка стоит или запятая? Точка. Слушай, Миш, в твоем блоге как-то Мальта была более красочной. Это ты все испортил, ты все испортил. Сижу нормально? Глаза только открою, все. Пошел. Сумасшедшая раздача, я ее сыграл, после чего как бы такая уверенность пошла. На самом деле, погода вообще прям моя. Мне нравится. Только играть в покер здесь, реально. Атмосфера хорошая для игры в покер, и погода тоже. А где про медицину? Эту программу мы создавали. По так поводу... что, каждый ролик говорит эту программу? Мы конечно, где про скорой помощи? Блин? Очень вкусно на Мальте. Пару слов. Еще пару слов можно? Вкусно и не доезжаю пока. Надеюсь, что будет все так же вкусно и доеду. Здесь все люди доброжелательные, то есть все хорошо, все веселятся, все везде. То есть такое, что праздник, остров праздника, такое, что, не знаю, там, собрались, то есть вечеринка, там, сербки, испанки, француженки, испанцы. То есть не важно, что, я не знаю, если кажется, нормально общается. Ну и плюс, я не знаю, я не видел вообще никаких проблем здесь. Климат, я вот вчера скинул в лед, то есть у меня кожа сейчас мазь. То есть все еще можно загорать, в октябре еще можно загорать. Воробьев больше, чем людей. Думаем. Воробьев больше, чем людей. Кого больше, воробьев или людей? Людей и воробьев. Не торопимся. Воробьев больше, чем людей. Вот. Отличие right in front of me.